Три месяца назад Путин объявил о так называемой спецоперации в Украине. Молниеносной и, безусловно, победоносной. Но план Бункерного обернулся провалом. Несмотря на то, что слово «война» в России строго-настрого запрещено, ее отголоски почувствовал на себе каждый. Кто-то получил похоронку на сына. Кто-то – оповещение о пропавшем без вести муже. И все хором ощутили прелести якобы несуществующей войны своим кошельком. И это только начало. С каждым днем шансы Путина достичь хоть каких-то из поставленных им ранее целей в Украине становятся все призрачнее. Армия агрессора на фронте не имеет стратегического успеха. За три месяца войны российские войска потеряли более 30 тысяч личного состава. Уничтожена куча военной техники. Россия в международной изоляции. Санкции душат российскую экономику. Разве это обещал своим верно подданным Путин? Даже идейные, зазомбированные кремлевской пропагандой россияне начинают подозревать неладное. Если в начале полномасштабного вторжения России в Украину против войны выступали лишь некоторые рядовые граждане, сначала выходили на митинги, потом, когда их запретили, на одиночные пикеты, то сейчас против так называемой спецоперации выступают и власть имущие. Бывший сотрудник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев в знак протеста против войны с Украиной подал в отставку. В интервью The New York Times российский дипломат заявил: «В развязывании войны виноват не только Путин, но и МИД России. По словам Бондарева, его бывшие сослуживцы, в частности, несут ответственность за то, что убеждали руководство страны, будто Россия способна одержать в Украине быструю победу. Среди коллег Бондарева есть те, кто разделяет его взгляды. Некоторые из них также ушли в отставку. МИД России никак не прокомментировал увольнение дипломата с 20-летним стажем и его коллег. Реакция Кремля была сухой. Господин Бондарев больше не с нами. Скорее, против нас. Или это угроза?» Еще один антивоенный демарш случился в Приморском крае России. Группа депутатов от Компартии РФ потребовала от Путина прекратить войну против Украины и вывести с ее территории российские войска. После этого депутатов лишили права голоса. В самой КПРФ пообещали применить предателям самые жесткие меры. «Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то всего в нашей стране станет еще больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране». К слову, это не первые российские коммунисты, отважившиеся пойти против линии партии. От Путина отрекся и Валентин Юмашев, зять Бориса Ельцина. В свое время Юмашев помог диктатору прийти к власти, теперь же ушел с должности советника Кремля. Его уход разрывает последнюю связь путинской администрации с периодом правления Ельцина, который называют самым либеральным и открытым по отношению к Западу. В марте 2022 года еще один высокопоставленный чиновник Ельцинской эпохи, Анатолий Чубайс, также ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. В России эти процессы, они не имеют под собой идеологическую платформу, мол, мы не согласны с политикой Путина или согласны с политикой Путина. Они имеют больше под собой прагматичную платформу. За редким исключением деятели культуры выезжают и говорят: нет войне, это неправильно и так далее. Деятели культуры. А вот что касается олигархов, политического руководства и ближайшего окружения Путина, силового блока и военного блока, здесь история, мне кажется, другая. Те, кто попадают сейчас под санкции из близкого окружения Путина, они исключительно недовольство выражают, потому что теряют свой комфорт. Они теряют свои виллы, они теряют свои яхты, они теряют некий статус уважения, рукопожатность в Европе и в тех странах, где они хотят проводить свою старость. По данным российского портала «Медуза», на сегодняшний день довольных Путиным в высших кругах России почти не осталось. Как утверждают источники издания, за три месяца диктатор настроил против себя как партию войны, так и тех, кто хочет мира. В Кремле надеются, мол, в обозримой перспективе Путин уйдет. И уже присматриваются к преемнику. От смены фамилии в России не поменяется смена курса. Даже если мы берем условно либеральных каких-то лидеров, они все равно вот эти имперские амбиции проявляют. То есть они все равно говорят, что Россия великая, России все обязаны, России все должны, но
Вот только не нужно там бить людей на митингах и так далее. Вот и все. И я очень сомневаюсь, что в России возможна смена на какого-то либерального политика. Потому что система, вся система, которая, на которой держится российская власть, это система, некий такой конгломерат КГБшников, военных, ну, точнее, не КГБшников, ФСБшников, военных и олигархических кланов. Они все тесно переплетены между собой, и именно эта система решает, кто будет править страной. Поэтому эта система сама себя разрушить не готова. За 3 месяца отношение российских элит к войне в Украине поменялось несколько раз. Сначала не знали, что делать. С ужасом глотали успокоительное и думали о том, как драконовские санкции скажутся на их карьере и укладе жизни. Позже пошла война патриотического подъема. Многие во власти публично призывали к войне до победного конца. Сейчас, наконец, начали понимать. Жить как раньше не получится. Пока тектонических изменений в России не происходит, и не нужно на это надеяться. Пока что. То есть нет какой-то угрозы, жизненной угрозы путинскому режиму, к сожалению. Формируются определенные ростки протеста, формируются ростки недовольства, но пока это все находится в очень таком начальном этапе. И как раз критически важным будет, во-первых, действие украинской армии на поле боя. Чем больше будет гибнут российских солдат, чем больше будет проблем у них на поле боя, тем больше будет у них вот этих оснований, грунта для того, чтобы создавались такие вот протестные настроения в обществе, в регионах. Крупный российский бизнес и члены правительства недовольны тем, что Путин начал войну, не подумав о масштабах санкций. Ведь при таком колоссальном санкционном давлении нормально жить не получится. Но диктатору на это наплевать. Не он же страдает, что из России массово уходит бизнес. От малого до корпораций. Многие заявили о том, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит. Может быть, и слава богу. До начала полномасштабного наступления в Кремле также не просчитывали и вариант полного отказа европейских стран от российских газа и нефти. Там наивно не верили, что угрозы тотального эмбарго со стороны Запада могут быть реализованы. Я прогнозирую, что до конца года должны произойти вот эти вот подготовительный этап, когда Россия, во-первых, получит очень мощный военный ответ. Мы сейчас знаем, что украинская армия получает все больше западного вооружения, и этот ответ готовится. России не удастся расколоть Европу и Запад на фоне энергетики и продовольственного кризиса. И тогда к концу года в России начнется формирование уже действительно серьезных групп влияния, которые поймут, что если еще они немножко подождут, то не только Путину будет конец, но будет катастрофа вообще всего, что есть в современной России. Начнется распад, действительно распад России на регионы, которые начнут просто отделяться друг от друга, потому что так будет банально легче выживать. Путин не хочет думать об экономическом коллапсе в России и не слышит вялое нытье своих подчиненных о том, что серьезные проблемы в стране уже наступили. А к середине лета они станут фатальными. Проблемы в экономике диктатор до сих пор не связывает с войной против Украины. На эту нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае, потому что у вас... Нет, вы это сделали, но этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020-2021 году. Причем заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно ни при чем. Заметьте, теперь снова только на Донбассе. Про взять Киев от бункерного уже ни слова. Тем временем российских стервятников войны не устраивают темпы так называемой спецоперации. Они признали позорный разгром российских войск на Северском Донце. Это при том, что Минобороны РФ показала по пропагандистскому федеральному ящику фейковые кадры. Будто бы наоборот, российские войска разгромили подразделения украинской армии. Силовики России призывают Путина действовать в Украине жестче. Под этим жестче подразумевают широкую мобилизацию резервистов и войну до победного конца. Если до конца может и получится, то до победного вряд ли. Снова угрожают взять Киев.
запамятовали, наверное, как украинские силы обороны с позором прогнали российских мародеров из-под Киева, Чернигова и Сум. А прямо сейчас наносят удары по позициям оккупантов на Донбассе и на юге Украины. Но с мобилизацией в России сложно. Социология говорит, что даже россияне, которые поддерживают так называемую спецоперацию, не готовы воевать сами или отправить на фронт своих родственников. Поэтому воевать в Украину отправляют украинцев с оккупированных территорий. А нас призвали практически 100% мужского населения. Знаете, как сейчас ДНР обзывают? ЖНР. Там мужчин практически не осталось. Российские бизнесмены и чиновники также недовольны действиями Путина, так как не видят с его стороны реальных шагов по достижению мира с Украиной. Из-за жесточайших санкций Запада, которые будут только усиливаться, кремлевские кошельки вот уже 3 месяца подряд ежедневно теряют огромные деньги. Теперь все они против войны. Хотя открыто боятся заявлять об этом диктатору. Ведь сейчас российские олигархи де-факто больше зависят от Путина, чем он от них. Сейчас очень много сигналов о том, что российская производственная база, российская технологическая база, она без западных, без западной помощи, без западных технологий, цепочек, она просто остановилась, и она сейчас начинает деградировать. Естественно, это не моментальный эффект. Так вот, к концу года будут созданы условия, если мы выдержим это давление путинского режима, к концу года явно будут формироваться вот эти условия. И я думаю, что в следующем году уже можно будет говорить о формировании каких-то действительно оппозиционных, но не просто оппозиционных, как просто протестных действий, а именно оппозиционных в российских влиятельных кругах, которые решат убирать Путина и каким-то образом выходить из этой ситуации, потому что они поймут, дальше конфронтации с Западом Россия просто не выдержит. Теперь кремлевские чиновники уже задумываются над будущим после Путина. Хотя это вовсе не означает, что Бункерного хотят свергнуть прямо сейчас или готовится заговор. Немытой России все еще нужна сильная рука. России нужен такой царь, диктатор с жесткой рукой, который не даст вот этому дикому Эльдораду войны между силовиками, между разными олигархами растечься по всей Украине, потому что тогда будет хаос, тогда все начнут терять все. Поэтому им нужен еще один диктатор, может быть, который немножечко откатится в обратную сторону по ситуации с Украиной, а может и наоборот продолжит этот курс. Но все равно придет имперец, придет выходец из или курируемый из силового блока, и особо ничего не поменяется. В украинской военной разведке также не верят в возможность государственного переворота в России. А вот теневой переворот вполне реален, говорят эксперты. Ближайшее окружение Путина, которое представляет финансовую ветвь и довольно много потеряло из-за войны, ищет выход из ситуации. Самый простой способ – сменить Путина другим лицом. А самого кремлевского карлика – сделать козлом отпущения. Я сомневаюсь, что если Путина отстранят и скажут, и попросят прощения, и выведут войска, то сразу же отношение Запада поменяется. Сомневаюсь, почему? Потому что тогда сразу же возникнет 2 вопроса. Что с Донбассом и что с Крымом? Пришел новый правитель, все, давай верни, значит, Крым. И возвращай Донбасс, выводи комбатантов, прекрати финансировать этих вооруженные формирования там. И вот здесь любой, кто бы ни пришел, если он сделает это, даже Навальный, давайте Навального того же вспомним, который Крым — это не бутерброд. То есть даже Навальный не готов возвращать Крым, имеет такую позицию. Что уж говорить про какого-нибудь сына Патрушева или там дочку Путина. И российский народ же как бы не простит. Они же, им же настолько накачали голову пропагандой за это все время, что Крым никто никогда не вернет, у нас ракеты, которые уничтожат всю Америку и так далее. То есть либо придется откатиться, извиниться и выплатить репарации еще и, кстати, и вернуть Крым и Донбасс. Либо тогда ничего не делать, а просто сидеть и делать вид, что это Путин забрал, но мы не знаем, как вернуть. Но это тоже не будет вариант, тогда санкции никто не снимет.
Бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Дирлов считает, что в 2023 году Путин уже не будет президентом России. По его словам диктатора, цитата, отправят в санаторий, из которого он уже не выйдет в качестве лидера России. Что будет с Путиным, пока не ясно. Но комок недовольства его политикой доходит внутри России до критической точки. И вскоре может превратиться в лавину. Что будет дальше, дворцовый переворот, народные бунты или россияне придумают свой способ устранения Бункерного, вопрос открытый. Но, безусловно, интересный.